Я думаю, самое страшное – это разочароваться. И самое страшное не для тебя, а для того, в ком. После как самоубийцы хочется взорваться. Боль такая, что не забудется потом. Вот веришь, веришь и доверяешь, а потом тебе кинжалят в спину. И вот тут ты уже все решаешь, что никогда ты не откроешь сердцевину кому-то важному, родному, как казалось, кому-то близкому, кому-то твоему. И ты легла на пол и распласталась с одними мыслями. Не верю, не пойму.